тренировались мы на спортивной базе «Новогорск» в Москве. И в целом подготовка проходила очень активно. Девочки очень много работали. И сейчас у нас мы, как так скажем, на финишной прямой. На данный момент проходим адаптацию. Перед играми мы прилетели заранее, за 3 недели, для того, чтобы девочки могли спокойно пройти адаптационный период, адаптироваться к времени, к погодным условиям, ну и вообще, ну, к климату, к республике, и смогли время провести здесь, ну, так скажем, дома. Сборную команду республики у нас представляют 4 гимнастки. Ксения Медведева, Валерия Горбушка, город Нерюнгри, Демидович Наргиза, город Мирный, и Сивцева Алина, город Якутск. Ну, в первую очередь я жду результата. Конечно, результата для каждой гимнастки. То есть у каждой гимнастки есть своя цель. Конечно, мне хочется чистого выступления, чтобы они показали себя, показали, на что они способны. Все-таки мы очень много работали. Ну и, конечно, положительных эмоций. Все-таки международные спортивные игры проводятся раз в 4 года. И мне хотелось бы, чтобы девочки увидели, ощутили все на себе, как я в свое время. Дети Азии для меня – это очень важный старт, и я хочу достойно представить свою родную республику на нем. Я хочу всем пожелать удачи, и пусть победит сильнейший. Я хочу показать всю нашу работу с тренером в зале, как мы усердно готовились, и не подвести. Я хочу сказать большое спасибо Федерации нашей республики, Ксении Павловне, Виолетте Семеновне за все, за подготовку, за все условия и за то, что я сейчас здесь нахожусь.